Уже в эту субботу мы играем с московским «Динамо». Это дерби, это большой матч. В прошлый раз, когда мы играли на арене «Химки», во-первых, все закончилось разгромом в нашу пользу, но главное, Джефф забил со штрафного крутой мяч в обод стенки, а Антон пробил в дальний угол вратаря сборной Антона Шунина. Посмотрим, как ребята справятся со штрафными ударами. У нас лучшие исполнители «Локомотива», «Молодежного» и «Казанки». Правильно? Даня Куликов часто исполняет «Казанки», часто удачно. Коля Титков тоже самое в «Молодежке». Правильно? И Алексей Миронов делает успешно и в «Молодежке», и в «Казанке», да и здесь уже в основе на тренировках неоднократно. А сейчас мы определим лучшего и есть ли он этот лучший. Погнали! Все забили по одному, теперь определяешь, у нас ничья или еще определяю победителя? Нет, еще по одному. Окей, решаем еще по одному. Если победителя не находим, то победители Джефф и Антон Миранчук, да? Ладно, поехали по одному. Определяем победителя с помощью 11-метрового, поэтому у нас суперфинале. Коля Титков, Леша Миронов, Никита так определил, он тут у нас решает, кто выиграет, кто нет.